замка на двери в ваш кабинет 0451. Возвращение. Это место уже 3 года является вашим домом. Видео доступно на вашем терминале.
Привет, Морган. Ну и денёк. Уже сама с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. 1 января заслуживает доверия. Это оператор, вроде резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизнью. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только вот зачем? Тебе не понравится, что я скажу. Я думал, что нашел все эти чертовы записи. Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто... Черт возьми, мне пора, сиди тихо. Пожалуйста. Извините, Морган. Алекс отрезал нас от серверов зеркала. Нужно импровизировать. Советую обыскать мастерскую доктора Кальвина в аппаратной лаборатории. Он изобрел зеркало. Возможно, там вам удастся восстановить подключение к серверу. А я пока поищу другие способы помочь вам. Удачи!
Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности.
Дружная схема нашла новые инструкции.
провожу диагностику. Файлы повреждены. Список, серия, сервис, все вроде. Если вы не выключитесь, есть риск системной ошибки.
Здесь создают технику для станции. Лабораторные приборы, нестандартные детали, прототипы. Мы сможем починить ваш терминал зеркала в мастерской доктора Кальвино. Привет, это Лэнгли. У вас ничего странного не происходит? Нет, например? Только без паники. В чем дело, Лэнгли? Пока не знаю. Тут шастает охрана. А значит, у вас все еще работают? Наверное, не знаю. Я провела весь день в лаборатории. Погодите, сейчас посмотрю, я не... Что это было? О боже, мы только что лишились двух лабораторий. Что? Мне нужно идти. Thank you.
Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. В космос нужно вручную открыть замок, который есть в каждом шлюзе. Это мера безопасности, но она ни к чему, если враг уже на станции. Если выберетесь, не уходите далеко. Возможно, тифоны уже вышли наружу. И помните, остальные шлюзы сначала нужно открыть изнутри. И последнее. У вас еще нет двигательной установки, а она вам понадобится.
Нужно препятствие. Расчистите обломки. Запрос нового оператора. Оператор инженер Танстар класса Кобальт-410 готов. Не заденьте проем. Играет за операцию.
Thank you.